Да, я такая затейница, Максим Александрович. Да. Впрочем, у меня была смешная история, связанная с Максимом Щеголевым. Я обсуждала с соседкой шоу «Танцы со звездами», конечно, и она говорит, лучше всех двигается Максим. Я говорю, ну, конечно, Максим. А из участников вам кто нравится? Оказалось, что она имела в виду Максима Щеголева все-таки. Максим, а знаете что? Вот нам поступают звонки в прямой эфир, что мы несправедливо проводим конкурс «Мистер Брутальность», потому что ткань одежды мужчин, она добавляется к измерениям. И вот поскольку вы так здорово, вы такое произвели впечатление на жюри, давайте мы сейчас ложку дегтя добавим и на вас изменим условия проведения нашего... Открыть нужно да, все. Да, ты их еще побрей. Распахните свое сердце. Чтобы совсем честно было. Кстати, и намажу маслом собственноручно. Ну, это дерзко, конечно. Приятно, конечно, что Кристина помогает. Я тоже могу, в принципе, присоединиться. Вот. Ой, я считаю, время выхода программы надо переносить на более позднее. Да, это, конечно... Тут, оказывается, все очень сложно. Даша впервые этим занимается. Дети не смотрят, вы знаете, да, я, кстати, впервые снимаю подтяжки с мужчины. Это правда. Ну что, теперь напрягайте. Как это называется? Пронация и супинация есть. Да? Слушайте, ну у вас, кстати, и с мускулами тоже все сложилось, не только с танцевальным опытом. Это 42, господа, это много. Давайте теперь узнаем, что думают по поводу этого танца наши жюри в цифровом. Николай Цискоридзе. Мы тут посовещались с Сигаловой, и так как мы тоже имеем, как Ирина Гринева, отношение к танцам, 10. Алла Сигалова. 10. Станислав Попов. 10. Татьяна Лазарева. Тимур Родригес. Сумма баллов 49. Спасибо. Спасибо большое. Ну, сумма баллов даже выше, чем объем вашего бицепса, хотя 42 – это абсолютный рекорд нашего конкурса «Мистер Брутальность». Я даже сомневаюсь, сможет ли кто-нибудь его побить. Это пара номер 16 – Максим Щеголев и Кристина Осмоловская. Спасибо большое. Если кто-то включил телевизор, то...